Ну а сейчас со сцены зазвучит язык, от которого, собственно, и произошло слово «музыка». И музыку этой страны мы всегда узнаем безошибочно. По звукам бузуки. Впервые участником фестиваля «Дорога на Ялту» стала Греция. Смотрим на экран. Добрый день, меня зовут Капополос Иоаннис, и я из солнечной Греции. Я родился в городе Салоники, с малых лет занимаюсь музыкой, 18 лет уже был профессиональным исполнителем. Окончил музыкальное отделение по следующим направлениям: византийская музыка и классический вокал. Музыка – это моя любовь, но любовь всей моей жизни – семья. Супруга Мила и мой сын Александрос. Я очень люблю готовить. В Россию мы переехали 12 лет назад. Здесь познакомился с потрясающими музыкантами, объездил много городов России, представляя греческую музыку, участвовал в шоу «Голос», выиграл гран-при на международном фестивале этнической музыки «Золотой голос Байкала», а также являюсь членом хора древнегреческой трагедии «Царь Эдип» театра имени Вахтангова. В конкурсе «Дорога на Ялту» я принимаю участие, потому что очень люблю русскую музыку, особенно патриотические песни. И очень впечатлен тем, что смогу исполнить одну из таких на своем родном языке. Также я нахожусь под впечатлением от того, что окажусь на одной сцене с огромным количеством музыкантов со всего мира. Итак, стихи Бориса Ласкина, музыка братьев Покрас. Три танкиста. На сцене Иоаннис Кафопулос, Греция. Τα σύνορα σκεπάζει, εχθρικά οι άνεμοι φυσούν. Στου Αμούρ τα πόκρινα τα βράχια, οι φρουροί της χώρας αγρυπνούν. Στου Αμούρ τα πόκρυμνα τα βράχια, οι φρουροί της χώρας αγρυπνούν. Ισχυροί σαν να τσαλέει ο τείχος, μέρα νύχτα στέκεται εκεί η ανίκητη επιλαρχία που φυλάει τη γη την πατρική. Η ανίκητη επιλαρχία που φυλάει τη γη την πατρική. Αγνωστά απόκρινα τα βράχια εκτελούν το βρέος τους πιστά. Τρεις αρμάτιστες, τρία φυλαράκια, τρία παλικάρια γελαστά. Τρεις αρμάτιστες, τρία φυλαράκια, τρία παλικάρια γελαστά. Ένα βράδυ απλός η ομίχλη, το πανί της κρύο και γλωμό, κι οι πανίαπωνες φασίστες να περάσουνε τον ποταμό. Κι είπαν οι άπονες φασίστες να περάσουνε τον ποταμό. Μα οι σκοποί από μακριά τους είδαν και αμέσως έσπευσε εκεί η ανίκητη επιλαρχία που φυλάει τη γη την πατρική. Η
ανήκει τη επιλαρχία που φυλάει τη γη την πατρική. Προχωρούσαν τα άρματα με βρόντο μες στα νέα μαύρης καταχνιάς, πάνω στους φασίστες απολώντας διελές συντήρου και ποδιάς. Πάνω στους φασίστες απολώντας διελές συντήρου και ποδιάς. Ειδικά διακρίθηκαν στη μάχη, πες μου ποιος δεν το έχει ακουστά. Τρεις αρματιστές, τρία φιλαράκια, τρία παλικάρια γελαστά. Τρεις αρματιστές, τρία φιλαράκια, τρία παλικάρια γελαστά. Ιωάννης Καφόπουλος, Γκρέτσε. Ευχαριστώ, Ιωάννης. Спасибо вам огромное. Мы подпевали с Татьяной за кулисами под танцоль. Вот казалось бы, да, неформальный гимн танковых и пограничных войск и греческая мелодика и лирика бесконечно далеки друг от друга. Вы только что нам доказали обратное, да еще и как. Смотрите, и хореография, и все, смысл вот этой песни, да, мы придумали вот зорба. Да. Зорба. Это что за инструмент? Это бузуки. Вот. Если вы всех знаете зорба, да, все знаете, что это был самый свободный человек в мире. Это инструмент бузуки, и сегодня играл с нами Одиссей Вахрушев. Он грек из юга Греции, лауреат много там конкурсов. У его академический уровень, конечно, на музыка. И мы хотели на эту песню «Три танкиста», в которой веселые песни, да, и показывать то, что мы будем победить, соединять это из греческой сиртаки и такая хорошее настроение. И думаю, то, что это, конечно, с помощью этого отличных музыкантов и маэстро мы уже сделали. Да. Вы знаете, вот сейчас это звучало со стороны, действительно, это выглядело как песня воина. Вот правда. Для вас в этом, в этой тематике, в этой песне есть что-то личное? Кроме личного, конечно, на греческой культуре есть много песен воина, потому что, кто знает, греки воевали против фашизма. И, кстати, они, могу сказать, что выиграли, потому что нас в горах была свободен на все период оккупации нацистов. И там нас, наши такие парни, патриоты, партизаны, записали много таких военных песен, которые, кстати, похожи на советские. И они также взяли такая культура оттуда. Значит, я вот мое детство, я пою такие песни, но также мой прадедушка воевал как партизан на Второй мировой войне, и немцы его, как называется, Схватили в плен, и три дня до их отступления, да, его стреляли. Да. Вот, значит, для нас много греков воевали на Вторую мировую войну, и у нас было тоже много людей, которые погибли там, значит, мы помним. И сегодня я пришел здесь, как настоящий грек, сказать, что Греция против фашизма, и все вместе будем победить. И ваш костюм тоже, это костюм воина, насколько да, я понимаю. Да, это костюм воиных от греков, от Черного моря. Это настоящий костюм воиных, и настоящий они сделали особенно за этого концерт. Прекрасно. Спасибо. Впечатление слово жюри. Эфари Слоболи, спасибо вам огромное.